дорогие! Вам, девчонки, не достался мяч. Ну как, девчонки, моя жена Маша Завидна тоже хотела там быть, да? Машенька, присядьте, пожалуйста. Ну, с вами мы знакомы, а с остальным все познакомимся. Друзья, эти девочек, они думают, что они счастливчики. На самом деле, они даже не понимают, что их ждет. Давайте посмотрим. Ведь мы для вас кое-что приготовили. А мы можем открыть пошире занавес чуть-чуть? Да? Ну вот. Оп, все, вот это все видно. Так, в древности была такая казнь. Сейчас мы ее продемонстрируем с нашими добровольцами. Вас мы уже знаем, просто интересно, с кем вы пришли. Подружка. Вон у вас видим, да. Пока, подружка, поднимайтесь, пожалуйста, на наш балкончик. Здравствуйте, как вас зовут? Маша. Маша, вы с кем пришли? Мама, с папой. Где мама, папа? Ага, мам, привет. Пап, привет! Оригинально. Пожалуйста, проходите к нам на приземный балкончик. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Кристина, я пришла с папой. Они вот тут, они в ух ты! Вот это да, проходите. Привет. Как дела? Как зовут? Серега Чески. Нормально. Я пришел. Коллеги? Нормально. Один. Здравствуйте. Ну, наконец-то вы поймали мяч. Все, с кем пришла? Даррел! Здравствуй. Пожалуйста, сына, проходите. На почтение. Я так не кричу. Как вас звать? Лена. Леночка, вы с кем пришли? Со своей шестилетней дочкой. Шестилетняя дочка! Да, я фанатки сумасшедшая, одна из них моя жена. Что бы ни произошло, не сходите со своего места. Машенька, пожалуйста, приглядите за дочкой, пожалуйста, проходите. Мое почтение, как вас? Женя. Женечка, вы с кем? Мы шутку про зеркало сегодня уже обсудили, спасибо. Женя, с мужем, неважно, проходите. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, вы с кем пришли? Где папа и сестра? Там где-то. Вот они, отлично, папа и сестра. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте, как вас зовут? Елена, вы с кем? С родственниками и подружками. С родственниками и подружками. Вы так трогательны. Пожалуйста, проходите к нам. Не, подвешивать не будем, просто сожжем и все. Проходите, не бойтесь. Итак, друзья. В этой коробке, которая перед вами, находится 9 фонариков. Воспользуйтесь ими по нашей команде. Ну а пока помашите на прощание всем своим родным и близким. Вы, кстати, можете им ответить, у вас есть пока возможность такая. Так, у нас все готово? Смотрите. Итак, мы начинаем. Друзья, возьмите фонарики из коробки. Все возьмите фонарики и передавайте друг другу. Передавайте фонарики, помогайте друг другу. Зажгите фонарики, обязательно. Зажгите фонарики, перед вами прорези, вот они здесь. Вот они, ставьте фонарики вот в эти прорези. Так, где здесь фонарик? Так, ставьте фонарики. У всех получилось, отлично. Второй рукой возьмитесь за поручень, вот он здесь перед вами. Все возьмитесь за поручень и держитесь очень крепко. Сейчас вас немножко покатаем. Крепко держитесь. Готовы? Поехали. Держитесь крепче. Как там ваше настроение? У Лены фонарик выключен. У Ленки. А сейчас внимание. Все убирайте фонари. Все убирайте фонарики. Что бы ни произошло! Закройте глаза и ничего не делайте! Что бы ни произошло! Два! Не сходите со своих мест! Три! Готовы? Ah!
наша любимая группа «Фанатика». Друзья, спасибо огромное, что пришли. Спасибо братьям, спасибо нашим друзьям, подругам, близким. И, конечно же, спасибо.